Поехали! Вика, ку-ку, Вика, сними наушники. Что? Не слышишь совсем, что ли? Нет, что? Иди к Самеле посиди немножко, а? Мы с мамой по делам сходим. Я тут в Роблоксе почти новый уровень зашла, а ты мне случайно iPad выключил. Вика, ты что делаешь? Я домашку делаю. Вика, ну иди с Амелией немножко посиди, а, пожалуйста, чуть-чуть поиграй. Уроков. Я вот литературу дочитаю и вот пойду. Сегодня пытаюсь пройти башню. Вика. А папа ко мне. Вика. Подожди секунду. Ну я тебе третий раз уже прошу. Иди, пожалуйста, с Амелией посиди. Ну хотя бы часик, а? Да какой часик? Я и 2 часа могу просидеть. 2 часа сможешь просидеть? Да, это же легко. Конечно. А 3 часа сможешь просидеть? Да. Это же моя сестренка, с ней будет весело. А слабо тебе с ней провести 24 часа? Ну... Мне кажется, это будет самый веселый 24 часа челлендж, потому что это будет с Амелией. С Амелией очень весело. Все, договорились. 24 часа челлендж с Амелией. Амелия! Привет! Привет-привет! Так, Вика, стоп! Это что у тебя в руках? Не-не-не-не, айпад давай сюда. Так нечестно, это не по правилам. В смысле? Ты же сказал с Амелией играть, ну вот мы да, будем... Да, не-не-не, ты должна сегодня провести 24 часа с Амелией, играя в малышковые игрушки. Видишь, сколько тут у Амелии всяких игрушек? Что-то у меня глаза высохли от страха. О, да, все, пошла. Давай, Амелия, научи Вику играть в свои игрушки, хорошо? Очень весело. Ой, я на что-то наступила. А что это такое вообще? Это конструктор. Вот, смотри, видишь, какие колючки? Вижу. Как хорошо. Ух ты, пирамидка. Амелия, давай пирамидку построим. Смотри, это красный? Да. Молодец. Это оранжевый? Да. Ну да, ты умная. Желтый? Молодец. Зеленый. Да. Бирюзовый. Голубой. И фиолетовый. Какая большая башенка получилась. Смотри. А Бобо, Амелия, Бобо. Бобо, ты помоги встать. Еще. О, спасибо. Очмокни меня. Ух ты, Амелия! Я вижу, у тебя тут новый спортивный комплекс есть. Амелия, покажи-ка, научи Вику давай, кататься научи на горке. Ух ты! Ух ты! Я тоже так хочу! Давайте паровозиком. И поехали! Не зашиби только младшую. Тебе нравится эта горочка, да? Толкает меня. Амелия, смотри, а это что за лесенка? Давай посмотрим на лесенку, покажи, как ты играешься. Строгуй, я не успею. Держишь? Сама ползет, смотри. Молодец, ты показала Вике, как нужно. А ты, Вик, сможешь? Ай, какая-то она маленькая слишком. Я поднялась на 3 ступеньки, и тут уже все, я не могу ни за что держаться. Так. Ай, тут какие-то ступеньки не очень. Амелия. Ку-ку. Амелия! Амелия, помоги! Амелия! Ку-ку! Ух ты, да? Залезай ко мне. Ух ты! Как тут тепло, да? Ой! Спасибо. Так, давай мячик кидать. Иди ко мне. Кидай вот так вот вверх. Высоко мячик.
Ну? Иди ко мне, Амелия. Амелия, давай поиграем в прятки. Я буду прятаться, а ты иди ищи меня. Считай. Ты меня нашла! Иди еще считай. За твоей спиной не получилось. Мне тут в туалете было заскочить, хорошо? Ну, только недолго, хорошо? 5 минуточек. Давай, давай. На машине. Вика, а ты что, вся испачкалась? Пап, я тут уже целый час эксперименты делаю. Смотри, это твердая жидкость. Я кладу ложку. И она тонет! Ого! Это научный эксперимент, и он очень простой. Высыпаем крахмал, потом добавляем воду и перемешиваем до определенной консистенции. И все! Это называется ненютоновская жидкость. Класс! Тебе бы 5 поставили на урок физики. Пап, какая 5? Это я для конкурса делаю. Для конкурса научных видеороликов, знаешь, научи. Ребята, вы тоже можете принять участие в конкурсе. Запишите научно-популярный ролик до 3 минут, в котором вы понятно раскрываете научную гипотезу, теорию или правила по любимому предмету. Регистрируйтесь на сайте nauka.uchi.ru и отправляйте свою работу. Победители получат крутые призы. Подробности в описании. Я тоже знаю пару фокусов. Сейчас покажу. Давай. Давай еще. Как дела у вас? Ты так резко зашел, я испугалась. Я ее научила новому трюку. Давай. Пип. 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 Пуп. Давай. Пип. Пуп. Пип. Пуп. Давай еще. Пип. Давай пип. Ой, главное, чтобы она на мне так не повторяла. Вот так вот. Видите, она все время в движении. Да, если бы я так все время двигался, я бы устал через 10 минут. Амелия, а что это? Это что за слоник? Кто это? Амелия. Что слоник делает? Покажи. Бай-бай. Бай-бай? Ну, нет. Как тебя зовут? Ами, пойдем посмотрим, какие у тебя игрушки есть. Покажи-ка, Вике, самую крутую игрушку свою. Покажи, покажи игрушки свои. Как это называется? Ух ты, ты силачка. Смотри, еще дерево есть. О, яблоки. А как называется эта игрушка? Правильно, правильно. Где толстый? А где худой? А толстый? Да. Ух ты, он это знает. Это синий? Нет. Это желтый? Нет. Это зеленый? Нет. Это коричневый? Нет. Это красный? Да. А, молодец! Ой, молодец! Это какое, желтое яблочко? Нет. Это желтое. Да. А где красное яблочко? Молодец! Давай еще собирать. Давай. О, молодец, лайфхак нашла. Молодец! Ами, давай посмотрим, что это у тебя. Иди сюда. Да. Ух ты! Ух ты! Так,
Амелия, я поняла. Здесь нужно собрать фигурку, как на карточке. Смотри, сначала мы ставим вот это. Потом мы, смотри, вот эту красную. Да, молодец. Что дальше нужно поставить? Вот так. Молодец. А дальше что? Нет, смотри, видишь, тут дальше цыпленок у нас идет. А потом лягушку. Молодец! Смотри, тут правильно. Видишь, правильно. Так, давай следующую пирамидку. Молодец, дай я тебя поцелую. Амелия учит меня кататься на своих деревянных качелях. Странные какие-то качели. Папа. Красивые, почему крутые качели? Я тоже хочу кататься на качелях. Ты не поместишься. Ух ты! А вскоре помещусь. Уверен? Уверен. Стоп, главное не стукнуться носом в потолок. Амель, давай научи-ка. О! Обезьянка Ти-Ти-Ти продавала кирпичи. За веревку дернула. За канатик дернула. И случайно. Вика, а ты никого не забыла? Буль-буль хочет, а? Вика заняла твою ванну, да? Давай, залезай, Амелия. Ух ты! Кто это, уточка? Цыпленок! Ой, что у него с глазами? Что с игрушки начали придумывать? А этот? Дай, Амелия, научи Вику играть. Кораблик! Почему у меня таких игрушек в детстве не было, а у нее столько всего есть? Кит что делает? Делает буль-буль. Буль-буль. И оп-оп-оп. Где у нас тут? Кого мы поймаем? А ну-ка, иди. О, мы поймали с тобой. Это кто? Это мальчик? Оп. Поймали. Купаемся, нам тут очень весело, мы будем книжки читать. Смотри, какой у нас тут конструктор. Разве тут никого нету для конструктора? Ну, разберемся. Все, давай, иди. Ребята, всем пока-пока. Амелия, скажи пока.